Для удобства жителей Уральска и всех западных казахстанцев в поселке Зачаганск открылся филиал автовокзала. Пассажиры смогут приобрести билеты и воспользоваться пассажирскими перевозками по 14 направлениям. Пассажиры, желающие ездить в направлении Атырау, Жалпактал, Жангала, Чапаев, Бөкейордасы, они могут не ехать в центр в автовокзал, а могут иметь возможность купить билеты здесь, как онлайн, так и в текущей кассе здесь. И тут же производить посадку. Высадку пассажиров здесь прямо не доезжает до центрального автовокзала. Это такая отличная, хорошая возможность. Удобства были созданы по просьбе жителей Зачаганска. Для жителей поселка Зачаганск и ближайших населенных пунктов это отличная новость. По их словам, это сэкономит их время, и они очень рады открытию новой автостанции. Я живу в поселке Зачаганск, пенсионер. Открытию нового учреждения радуется весь поселок. Мы очень довольны. Нам не придется ехать в сторону мясокомбината, который находится далеко от нас. На это уходит немалое количество времени. Спасибо администрации автовокзала, акиму города и спасибо акиму Зачаганского округа от лица ветеранов. Дополнительный остановочный пункт посадки и высадки пассажиров находится по адресу торговый дом Жангирхан.